В следующем сюжете как раз пойдет речь о людях, которые никогда не пройдут мимо чужой беды. Они всегда готовы оказаться рядом, когда потребуется помощь. Они не умеют быть равнодушными и просто любят дарить добро. Их призвание – волонтерское движение. В рамках развития добровольческого движения в Тверской области стартовала образовательная неделя «Неделя добровольца». Тему продолжит наш корреспондент. Волонтеры действуют не только в организации масштабных мероприятий. Люди с добрым сердцем, независимо от возраста, помогают во всех сферах жизни общества. В Тверской области успешно развивается региональное отделение Всероссийского движения «Волонтеры Победы». В ведении добровольцев несколько направлений. Они помогают ветеранам, занимаются благоустройством памятных мест, участвуют в организации парадов Победы и поддерживают всероссийские акции. У нас есть 6 основных направлений деятельности. Это «Медиа Победа», «Великая Победа», «Моя победа», «Связь поколений», «Наши победы» и «Моя история», «Великая победа». Это все патриотические акции, которые проходят в нашей стране. Направление – это «Связь поколений». Наверное, самое главное направление, которое у нас есть, это помощь ветеранам Великой Отечественной войны. «Моя победа». Здесь волонтеры начинают вести свой путь от только вступления в наши ряды до прокачки собственных навыков. Еще одно волонтерское движение – молодежное объединение «Добровольцы». Его участники оказывают свою помощь на территории Твери. Также добровольческим движением проводится школа организаторов волонтеров деятельности. Во время обучения участники программы приобретают навыки и знания, необходимые для дальнейшего участия в волонтерской деятельности. И как правильно себя вести, и как мотивировать, как организовывать мероприятие, как себя не дискредитировать на самом мероприятии. Мы все эти навыки даем непосредственно, опираясь на организацию мероприятия как «Бессмертный полк». Дальше идут все мероприятия по нарастающей. Другое направление деятельности волонтеров Тверской области – это поисковое движение. В регионе уже на протяжении многих лет действует поисковое движение России. Активисты занимаются полевой и архивной поисковой работой, помогают узнать о судьбе своих близких. Также добровольцы занимаются патриотическим воспитанием, реализуют просветительские проекты, проводят выставки по итогам поисковых работ. По итогам 2021 года тверскими поисковиками были найдены и эксгумированы 716 солдат-офицеров Красной Армии, было найдено 103 медалью на то время было установлено 43 имени. Попасть в ряды добровольцев совсем не трудно. Волонтером может стать любой человек, независимо от возраста и рода деятельности.